Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1x-ставка. This is the moment you've all been waiting for. AC League proud to present the main event of the evening. Five rounds in the flyweight division. Главный судья Виктор Корнеев. Head judge Виктор Корнеев. Судьи у клетки at cage side, your judges. Магомед Магомедов, Артур Шайхов, Фарид Нагаев и Андрей Ковалев. Ваш судья-хронометрист, your timekeeper, Вадим Шишкин. И со звуком сирены ваш рефери в октагоне. And when the siren sounds, your referee in charge, Максим Протасов. Все России, all from Russia. Итак, дамы и господа на трибунах. Миллионы фанатов ACA во всем мире в прямом эфире Статнефть-арены на телеканале Матч ТВ. Главный бой вечера ACA! Ladies and gentlemen, in attendance, and the millions ACA fans around the world, live from Tatneft Arena on Match TV, the main part of ACA! Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Introducing you first fighting out of the blue corner. Бойцу 28 лет. Его рост 167 сантиметров, а вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 14 побед, 4 поражения при одной ничьей. Его стиль – ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 28 years old. Standing 167 centimeters tall, weighing at 57.2 kilos. He's a striker with professional record. 14 victories, 4 defeats and 1 draw. Vernon San Gerardo Seara and fighting out of Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil. Here is Alan Gomes de Castro. А вот его соперник в красном углу клетки. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Бойцу 30 лет. Его рост 165 сантиметров, а вес 57,2 килограмма. Профессиональный рекорд 25 побед, 10 поражений при одной ничьей. И его стиль боевое самбо. Ladies and gentlemen, he's 30 years old, standing 165 centimeters tall, official weight 57.2 kilos. His style is combat sambo with professional record. 25 victories, 10 defeats, and 1 draw. Дамы и господа, из Донецка, Россия, приветствуйте Руслан Абдельтаров! Бойцу Сэнда, бойцы на середину. Парни, внимательно слушаем мою команду, активно защищаемся на протяжении своего поединка. Руки пожали, touch gloves. Итак, главное событие турнира ACA 151. Вашему вниманию прямо сейчас наилегчайшая весовая категория Алан Гомес из Бразилии против Руслана Абдельтарова. 5 раундов по 5 минут, несмотря на то, что титул на кону не стоит. Все готово. Хорошенечко попадались на взвешивание эти парни, дали огонька этому поединку. В частности, его ожиданию. А вот сейчас они будут давать огня непосредственно уже в самом бою. По корпусу пробивает Руслан Абдельтаров. Сразу же пытается он сократить дистанцию. Повыше Гомес. У него вообще хорошая ударная техника. И, в принципе, его кики можно считать, наверное, самой сильной стороной. Причем и ногами здорово работает. Здесь через руку справа. Да, комбинационно неплохо очень работает. Хорошо чувствует дистанцию Гомес. Здесь разрядился по голове. Постоянно на джебе ловит. Не дает приближаться. Хорошо встречает Алан Гомес. Размашистая атака от Абдельтарова. Джеб в разрез от бразильца. По корпусу еще один удар донес до цели. И скоростная атака уже от Руслана. Летит, летит вперед Руслан. Но пока обстреливает его Гомеш очень удачно. Колено выбросил. Опять же, Руслан Абдельтаров не раз за свою карьеру уже
доказывал, что он умеет очень хитро переводить. Понятно, да, носил по корпусу, достал здесь Гомес. Да, действительно, пропустил уже несколько жестких попаданий. Руслан, попытка зайти в борьбу здесь не получилось. Уже просит Абельтарова переводить. А это только первый раунд. Полторы минуты прошло. Тейкдаун навстречу, здорово! Это должно было когда-то случиться, как будто бы хочется сказать. Искал эту возможность Абельтаров и, собственно говоря, ее нашел. А более того, в самом центре практически расположились бойцы. Очень много времени у Абельтарова, но гард закрыт. Как будет обходить эту защиту Руслан? Высоко ногами пытается отрабатывать Алан Гомес. Нет, не создает угрозы треугольника. Локоть подключает бразилец. И вот такими крюками приходится атаковать Абельтарова. Ничего другого не остается. Высоко пытается поднять ноги Гомес. Периодически так подтягивает их наверх, но там хорошо руками придерживает Руслан, не давая возможности. Да, сидит на правом колене Абельтаров. Ну и надо признать, активности не очень много в этом положении. Ну и гард вообще позиция равнозначная. Какой-то контроль может считаться Абельтарову, но да, по объему, наверное, впереди Гомес. По количеству попаданий. Пока. Но сейчас есть возможность у Абельтарова набирать очки. Пытался он работать по корпусу, не все получалось. Поглядывал там Гомес на время. Времени еще много, 2 минуты. Берет замок. Но необходимо прорываться вперед дальше. Абельтарову. Не получается даже в хавгард зайти у Абельтарова. Довольствуется он малым. И вот здесь очередная угроза возможного треугольника от Гомеса. Там высоко, высоко пытается задрать свои ноги. Почти обошел плечевой пояс. Опасный момент был. Руку изнутри, на лицо, локоть. Все то же самое. Оттянуться только сильно надо. Я думаю, вы слышите, как подсказывают Руслану. Подлесный Ленар Сулейманов у него в углу. Александр Подлесный сегодня прекрасный поединок провел. Он открывал вообще сегодняшний вечер. Выиграл у Кирилла Фоменкова. Теперь же последняя минута. И даже здесь эпизодически активнее работает Гомес. 45 секунд. Да, вопросов больше, чем ответов. С одной стороны, с программой минимум Абельтаров справился. Он перевел соперника, он сверху. В нем много пространства, но он не может улучшить позицию. С другой стороны, в начале целая серия ударов все-таки достигла цели. У Гомеса здесь еще локти очень неприятные. Да, активизировался бразилец. Пару раз точно абсолютно неприятно пробил. Ощутимо. Здесь немножко активизировались уже под самый занавес раунда. Будет ли продолжение этих взрывов? О, Абельтаров просто сейчас так немудрость и лукаво прихватил несколько ударов и 2 локтя еще сумел Гомес попасть. Занимательный раунд, занимательный бой. И вообще очень интересно, чем же закончится первый турнир Лиги AC в 2023 году. Ручка правая на месте. Видел. Грусь. Вперед, лоу-даун, вниз, бок, вниз, боковой передний проход. Все. Давай, дели. Do que ele te machucou, você machucou ele, só não quero ser caindo, que ele só te derrubou, que você foi muito seco no cruzado. Eu quero agora os golpes retos, panturrilha. Golpe reto, panturrilha, como é que tá aí? Não tem nada, não senti um golpe. Bate ele reto. Спасибо.
закрывается калитка. И сейчас мы увидим второй раунд Абельтаров против Гомеса. Опять по классике, с самого начала раунда. Насыпают удары, и Ха хорошо достает Абельтаров. Третий, четвертый удар. Отличное начало для Руслана, и тем не менее он продолжает искать свою борьбу. Защищался бразилец, широкая стойка у него была, но у него мало пространства за спиной. Там удар в пах или что? Проблемы с раковиной, пауза не будет длинной. Да, выпала ракушка. Сейчас ее нужно вставить обратно. Ну, так или иначе, первые 10 секунд Руслан максимально ударно провел. Небольшая пауза. Видимо, там завязать. Давайте посмотрим как раз повторы. Ну вот, превратности судьбы, да, сейчас? Какая бы пауза, да, Абельтарову? Ничуть не на пользу. Такой заряженный, столько ударов попал. Скорее всего, продолжил бы этим заниматься, но экипировка есть экипировка. Да, сейчас встреча продолжится. Привет! Бой! Продолжится ли напор? Вот Абельтаров по корпусу достал. Очень опасно на короткую дистанцию. Заводит свою голову Гомеш. И таким образом подставляется под левый боковой. Очень жестко может рубануть Абельтаров. Хороший лоу-кик был от Гомеса. Да, рубануть безусловно может. Иногда выбрасывает свои удары. Руслана даже не видя цель, но попадает. Вот что самое главное. Нет, Гомеш еще лезет лицом вперед и бьет по корпусу, открывая именно как раз это пространство для удара. Гильотина не получится, разрыв дистанции. Посмотрите, там красный нос уже у Алана. И опять борьбу. Прям на автомате работает Абельтаров. Очень опытный боец, сверхопытный. Хорош, очень здорово. Вот здесь едва сам Гомеш не зацепил. Продолжает работать в нос, затрудняет дыхание. Разбил уже, кстати, основательно. Еще одна серия. Ой-ой-ой. Да, там пропустил Абельтаров пару ударов. Отличная позиция сейчас может быть у Руслана, если выиграет в этой борьбе. Нет-нет-нет, там хорошо друг друга обоюдно прихватили. Без этого обошлось. Попытка мидл-кика. Нос разбит и у Руслана, в том числе абсолютно зубодробительный. Второй раунд. Апперкот очень четкий еще был в предыдущем эпизоде. Да, вот это главное событие. Еще одна атака. И здесь дарит позицию Алан Гомес. Можно развивать успех. Кавгард. Да, в диагональном контроле. И говорят ему из угла, чтобы он обходил. Там защищается сразу же правым бедром Алан Гомеш. Ну, в полный маунт зайти не получилось. Тем не менее, шикарная позиция у Руслана для продолжения атаки. Локтем отжимается от себя оппонента. И уже гард. Хорошая защита Гомеса. Да, вот сейчас вопрос, который возник у меня сразу же с замыканием ног за спиной. А продлится ли во втором раунде все так, как сложилось в этой позиции в предыдущем отрезке? До конца ли раунда так будет? Может ли подняться Гомеш? Это пока вопрос. Итак, активно работает Руслан Абельтаров, корпус голова. Все по классике. Локтями продолжает активно работать. Да нет, наверное, активно это не самое подходящее слово. Методично, временами работает Гомеш. Вот сейчас попытка еще один локоть зарядить. Локти поключиться. Уже не первый раз, не первый десяток раз пытается подключить бразилец. Берет замок, полторы минуты, уже меньше до конца второго раунда. Ну и здесь опять у нас хорошая атака. Ногами высоко отрабатывает Алан Гомеш. Там попытка была выйти на армбар. Рычаг локти не получилось. Ну, эффективно. Руслан сверху.
Корпус-голова, все как у методички. Подтягивается к сетке Гомеш для того, чтобы подняться, для того, чтобы встать. Чувствуется, что Алан посмотрел много поединков Руслана Абильтарова, готовился прям именно под него, под его фишки. Хорошую работу проделал однозначно. Здесь отдал шею. 43 секунды. Ну что, Руслан очень хорошо чувствует подобные положения, но нужно закрыть замок, здесь не вышло. Большой опыт в борьбе. У Гомеша также позволяет ему чувствовать и на очень тонких уровнях то, где он может попасться и выдержать. Вложил корпус Руслан Абильтаров. Попытка скрутить пятку. Сейчас будет воздействовать на ахилл. Наотмашь камерфистом действует Руслан Абильтаров. Скручивание пошло. Но Абильтаров абсолютно не опасается этой позиции. Но не хватает ему длинный рук, чтобы нанести удар в лицо. Все, перерыв. Да, и уверенно так поглядывая на секундомер, в общем-то, довел до логического завершения этот раунд Руслан Абильтаров. Но у нас еще впереди очень много времени. Постепенно приближается эта встреча. Каждым из отрезков слегка тревожно за Руслана в начале, но потом он добивается борьбы. Вот эти прошивающие джебы от Гомеша, они продолжают работать и залетают туда между перчаток раз за разом. Кстати говоря, во второй пятиминутке Руслан здорово начал, да, пока тут раковина там немножко не отъехала. Ух ты! Такие тип-кики, да, навстречу друг другу получились. Раскрытые ладони, кстати, работал Алан. Нельзя так делать. Оверхенд залетел! Точно, абсолютно, да. Прическа немножечко сдвинулась. Здесь что-то уже в стиле Чендлера. Хотел выбросить хороший джеб. О, Руслан зашел. Постоянно показывает финты правой ногой. Гомес, еще один удар по корпусу, джеб. А вот теперь уже, да, уже от Абильтарова, прошу прощения, заговорился, прилетели удары. Калфкик. Темп снизился. А это только третий раунд. Что, фактически у нас действительно бой за место в гран-при. Хорошую комбинацию провел. Ух ты, а вот до печени как регулярно вообще-то достает Гомеш. Лоу-кик. Еще один джеб. Да, действительно, джеб — это ключевое оружие в данном поединке, с которого все начинается. Но инициатива стойки, она переходит от одного к другому. Там сечка еще возникла у Алана. Боковой удар такой стаканом получился у Алана Гомеса. Гомеша. Закрывает сверху, здорово, Абильтаров. Попытка задушить. Нет, не удалось. Фулмаун состоится. Нет, тоже нет. Но секунданты просят об этом. Сетки, разворачивай. Разворачивай головой. Примерно на одной и той же отметке Абильтаров переходит к борьбе. Да, может быть, он не очень много урона наносит. Да, может быть, он по большому счету не справляется с защитой Алана. Но он доминирует. А вот здесь попытка гильотины номер 3.
Вновь не увенчался. Только отожми голову, понял, изнутри локоть. Ищет возможности Гомес для того, чтобы подняться. Для того, чтобы освободить голову. Постоянно там Абельтара, кстати, прихватывает за шею. Спокойно, растяни его чуть-чуть, растяни. Спину, спину забери. Да, да, Русь, возьми, да, вот. Никуда не торопится. Абельтаров... Вот, хорошо. Опять Жол помогает. Не заваливается. Грузит. Смотри, поработать. Вот, хорошо. Возможно, зайти будут удушающие. Нет, все здесь присек. Довольно быстро. Алан. Верткий боец. И вот здесь переворот пошел. Не хватило чуть-чуть. Сетка мешает. Как же так? А заход-то классный был. Сейчас коленом нельзя бить ни в коем случае. Вернее, охочется. Можно, но не левым. Да нельзя, а очень хочется. Спину, да, высеки ногу вперед. Вперед ножку вот этого опорного. Минута 20. О, да, я это имею в виду. Да, и сразу же поднимается Алан. Даже несмотря на то, что его прихватили за шею, встал. Это очень важный момент для него. В этом поединке и, в частности, в третьем раунде. Да, по-моему, впервые поднимается. Гомеш из Партера. Ой-ой-ой-ой, какая серия, какой ответ. Отличные связки, боковые удары, затем колено от бразильца. Задышал немного, и Руслан его поддерживает зал здесь, в Казани. Необходимо открывать второе дыхание. Впереди еще два раунда. Какая комбинация, даже по защите. Ой-ой-ой, какое колено. И еще достает правой. Но стоит Абельтаров. Помните, поединок был Али Багаутинова и Тайсона Нема. Давным-давно. Очень моторно работал Али, и в конце хайкик все завершил. Чем-то напоминает Алан Гомеш Тайсон. Здесь действительно один удар. Да, вот именно такой хайкик сейчас может стать абсолютно ключевым эпизодом. Полетел вперед Руслан Абельтаров. Но здесь надо опять считать. Заулыбался Гомеш. Тяжеловато отправляется на свою табуретку для того, чтобы прийти в себя. Раскисляет ноги Абельтарову. Здесь же Элидар Сулейманов, перебинтованный рукой, травма пальца у него, насколько не удалось разглядеть. Да, он должен был принимать участие в этом турнире, он, к сожалению, из-за нюансов не смог принять участие. Последний бой он провел в августе в Краснодаре, выиграл, действительно простой, получается, уже полугодичный. При условии того, что Лига вернется в Казань, может быть, в конце мая, в начале июня, почему нет? Ну или Ленар выступит на другом ивенте, ничего страшного. Возвращаемся в поединок, видим статистику по ударам. На стороне Алана Гомеша. Да, но не забываем про борьбу. По корпусу вкладывается чуть больше Гомеш. Да, и здесь джебы по корпусу достал. Абсолютно морального лимита идет вперед Руслан Абельтаров. Хорошая двойка. Ну и сам периодически как преуспевает. Здесь за счет джеба заставил откинуться в голове. Не можем мы предположить, что там думают организаторы, но, по-моему, парни идут к полтиннику на двоих. Точнее, к 75 тысячам долларов. Да, реально, главный бой 100% претендент на то, чтобы быть самым ярким и самым интересным напряженным событием этого турнира. Ух, какой высекающий луки. Еще один удар. Короткая дистанция. Просто как берсерки. Сейчас рубятся парни. Хайкик пробил и поехала нога у Гомеша. Руслан крут тем, что он не стал бороться, а сразу стал рубиться. И здесь продолжает давить на Алана Гомеша. Ведь прозвище у Руслана хищник. Он охотится за Аланом прямо сейчас. Хорошо, спокойно. Руку тогда подними.
всем своим видом показывает Абельтаров, что эта клетка его, и он здесь хозяин. Но Магомеш отвечает. Он сюда приехал не номер отбывать. Жеп. Прижал. Вот сейчас прижал. Кровь заливает из носа Руслана, но он продолжает идти вперед. Да, кислорода не хватает и тому, и другому. Колено включал Алан. Поединок превратился в испытание держака, вот так называемого. Кто кого перестучит, перебьет и больше попадет. Да, уже очень много здоровья оставили здесь. Боковой удар вот Алана. Здорово. И сразу, но услышал рекомендацию своего угла Руслана Бельтаров и хорошим лоу-киком заставил понервничать. Ну и не будем забывать еще об одном компоненте. Руслан постоянно прет, он идет вперед. Он старается именно доминировать, контролировать пространство. Сейчас опасный удар был от Алана. Свет 25. До конца четвертого раунда. Дался локтем, что ли, ударить. И здесь по корпусу опять не забывает работать Алан Гомеш. Отмечений снизился чрезвычайно ритм, а теперь дернул и заставил вот так очнуться. Но немного воспрял сейчас бразильский боец. Возможно, какое-то время он старается доминировать. Но нет! У Руслана свои планы. Начинает он вкладываться, машет по воздуху в большинстве, к сожалению. Борьба здесь не получилась, берет шею. Достойки гильотина, получится или нет? Переворачивает соперника, чуть-чуть не хватило, забирает ту же спину. Есть еще время, можно работать. Поднимается Гомеш. Ай, хорош, Алан. Невероятный, конечно, стойкости боец. Очень удачный выбор с точки зрения матчмейкинга. Вот колени Руслан сам, кстати говоря, не так часто выбрасывает в прыжке, в том числе. Джеб на вот этот вот хороший удар по печени. По защите. Надо характере сейчас. Дерется и тот, и другой. Нога Джеб. На скачке бразилец пробивает. Мощная атака. Вкладывался в каждый удар сейчас Алан. Но далеко не все они достигли цели. Тяжело, очень тяжело приходится и тому, и другому. Да, на глиняных ногах уже стоят парни. Обмениваются при этом жесткими очень ударами и продолжают идти друг на друга. Шталион не решился пробить. Гомеш. 30 секунд. В четвертом раунде. Будет еще пятый. И опять выпадает здесь. Алан отвечает. Руслан. По значимым ударам здесь, наверное, будет поставлен рекорд в рамках сегодняшнего турнира. Так уж точно. Как выкручивался Бельтаров. Как держит баланс. Гомеш, хочется поаплодировать. Браво, браво, Руслан. Ну, прекрасная борьба. Последние секунды. И встает при этом Гомеш. Перерыв последний в этом бою. Никаких борьбы. Потом включаемся. Говорю, полраунда включаемся обязательно. Последний раунд в главном бою турнира ACA 151. Гомеш против Абельтарова. Скорее всего, на карточках ведет Руслан.
заглянуть во все судейские карточки мы не можем. Но все-таки преимущество в борьбе было. И здесь очень важно Руслану действовать аккуратно, не рисковать. Может быть, даже где-то подсушить бой. Никто не обвинит Руслана в этом. И гнется, но не ломится. Вот так. Видится мне состояние и того, и другого бойца после этих попаданий, после вышибающих совершенно лоу-киков на скачке левых, боковых, правых, апперкотов и прочего. Нога болит. Сильные покраснения есть на левой ноге у Абельтарова. Стойку он при этом не меняет. Да, все чаще, кстати, за этот раунд стал работать Алан Гомич. Да и вообще правой ногой качественно работает Алан на протяжении вот 20 минут с лишним. Одним словом, достойные друг друга бойцы. Здесь по защите. Хорошая связка. Ого, чистый удар в голову от Абельтарова. Было. Железно было. А вот теперь чистое попадание в челюсть. Не еще с правой добавил. Очень низкий тейкдаун, не получается. Пытается прихватить шею. Абельтаров разрыв дистанции 3.30. Стал преуспевать, в общем-то, в ударной. Еще и локоть какой пропускает. Двигаться необходимо Абельтарову. Движение – жизнь. И, возможно, движение – это ключ к победе для Абельтарова. И публика не остается в долгу. Гонит вперед. Попытка тейкдауна. Гильотина пошла. Смотрим, насколько хорош там замок. Есть пространство. Есть куда дышать. Да, и смотрим. Опять выходит. Кажется, выходит, да. Из этой позиции. Алан Гомес. Гомес. И здесь давление увеличивает. Но нет, срывается захват. Сил не так много. Но самое главное, время уходит. 2.40. Необходимо бороться дальше. Да, Гомеш стойкий оловянный солдатик. Выходил из абсолютно мертвых ситуаций и продолжает в них попадать. Выйдет ли сейчас? Да и вообще гильотина одна из лучших у Руслана Абельтарова в этом весе. Крепко. Продолжает грузить. Контроля не хватило. А вот сейчас как бы силы у Руслана не закончились за 2.10 до пятого раунда. Можно и полежать. Более того, крамольную мысль выскажу, можно даже отдать этот раунд. Не исключаю, но тут важно не заигрываться, потому что даже в этом положении можно набросать несколько ударов Алану Гомишу и просто победить досрочно. Да, это шанс, безусловно, для бразильского бойца. Шанс ворваться в том числе и в топ-10, и в гран-при. Вообще, начало этого года у Лиги ИСИ связано с категорией до 57 килограммов. Сейчас у нас бой в этом весе. Это главное событие вечера. Турнир в Грозном будет заглавлен тоже титульным противостоянием именно в категории до 57. Там же будет еще один четвертьфинал. Будет бой в 61 килограмме. В общем, пока в начале года ставка на мухачей. А к концу года, видимо, придем к тяжам. Нет, очень здорово. Очень конкурентно, кровопролитно, драматично. Здесь все работает. Как и работает, собственно говоря, Гомеш, который продолжает грузить корпус голова. То же самое, то, что делал, в общем-то, и Руслан Абельтаров долгое время до этого. Последняя минута. Пытается подняться Абельтаров. Продолжает делать попытки прихватить опять шею. Есть прихват, но не хватит, наверное, сил здесь. Ведут по времени. И еще один шанс для Руслана Абельтарова. Ревет публика. Он вкладывается, он тратит последние силы. Нет, не выходит. Но попытка удушающего, все в зачет. Тем более такая уверенная, такая на грани, такая жесткая. Совсем немного остается до конца. И смею предположить, совсем немного и выиграл в этом бою Руслан Абельтаров. Но этого, наверное, должно хватить для итоговой победы. Ваш аплодисменты!
полез на клетку Руслан Абильтаров. Ждем итоговое судейское решение. Алан также уверен в своей победе. Он провел действительно отличный поединок. Да и вообще, у этого боя действительно большие шансы получить бонус. Самый большой бонус каждого турнира Лиги ИСЕЙ. А в данном случае он может составить 75 тысяч долларов. По ударам 143 на 46 в пользу Алана Гомеша. По контролю 534 секунды контролировал Абильтаров и нисколько не контролировал Гомеш. Но здесь, мне кажется, небольшие коррективы нужно внести, потому что в пятом раунде контроль от Гомеша все-таки был. Сложнейший бой в карьере Руслана Абильтарова. Первый полный пятираундовый бой, дошедший до вердикта. Возникает небольшая пауза. Главный судья сегодняшних соревнований Виктор Корнеев. Ждем итогового решения. Еще раз напомню, что ничейного результата быть не может. Сейчас как раз Александр Загорский и Виктор Корнеев общаются. Объяснил Виктор нашему ведущему рекогносеру страны, в чем нюансы, видимо, решения. И мы готовы уже выслушать итоговый счет. Дамы и господа, прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Ladies and gentlemen, before the decision, your applause for the both fighters! Итак, по завершении главного события обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of the main event, we go to the judges' scorecards. Первый судья, George Wan. 48-47. 48-47. Гомес Ди Кастро. Второй судья, Джордж Ту. 49-46. 49-46. Абильтаров. Третий судья, 48-47. Джордж Фри. 48-47. Судья 4. 48-47. Джордж Фор. 48-47, и судья 5, 48-47. George 5, 48-47. Таким образом, раздельным решением судей победу одержал, and your winner by split decision, Алан Ди Кастро! Вот так вот, дамы и господа, раздельным решением выигрывает Алан Гомеш. Поздравляем бразильца, это была славная охота Руслана Абильтарова. Нельзя сказать, что обокрали, нет, конечно же, но так посчитали судьи, возможно, будет реванш. Мой пай, ему я все, сюбрия, все, помилите, бомбота, chegando, saudade. Tilogueira virou preto, essa vitória é nossa. Brasil, Ceará, Fortaleza. Алан, поздравляю тебя с этой победой. Какие у тебя чувства? Let me congratulate you with this win. How do you feel after this fight? Você se sente depois dessa vitória? Ah, eu me sinto de volta ao jogo, né? De volta ao jogo, graças a Deus. Toda honra e toda glória do Senhor Jesus, nosso Deus. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui dando o meu máximo.
agradecer muito ao SA pela oportunidade de fazer a luta principal. Era um sonho meu desde que eu comecei a lutar. E hoje eu estou realizando meu sonho, fazer a luta principal aqui em Kazan. I love you, Kazan! Спасибо. Спасибо! So, thank you so much for the opportunity. You know, it's a dream for me to main event of the ACA. Thank you, ACA, for the opportunity. I come back. I come back. I will come back strong. And now, this time, I won the belt. Я вернулся, ребята, я очень хочу бой за пояс и очень благодарен ACA за возможность выступать. Тогда следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, кто следующий? Just a question. Who's next? Ele está perguntando, quem que é o próximo? ACA, pode escolher que eu estou pronto para qualquer um. Eu quero o cinturão. O cinturão é para ser meu. Eu quero participar do Grand Prix, de $1 million. Eu quero ser o campeão do Grand Prix. Cinturão. Eu estou pronto para qualquer um. Pode mandar. Doesn't matter who. Just say where. You know, I wanted to participate in the tournament. I won the belt, brother. Я хочу пояс, и мне абсолютно не важно, с кем драться, говорит Алан Гомеш. ACA, my performance of the night. Намекает на бонус в этом турнире Алан Гомеш. Дайте ему шума, ваши аплодисменты! Дамы и господа, завершен 151-й международный турнир Лиги ACA. Но